Видны здесь, это мы знаем все, это гипсокартон, наборский гипсокартон, который выпускаем. Ну, здесь тоже есть новый продукт, который мы сейчас вот развили. Это потолки, где мы можем получить акустические эффекты, чтобы было тихо, хорошо и комфортно. К месту открытия производства сухих гипсовых смесей к нам. Много, наверное. Спасибо. 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 Мы позиционируем как бы срок хранения, который указывает компания, 6 месяцев. И сейчас мы разработаем 22 мешка минуты. Да. Сегодня не тот день, когда нужно обсуждать проблемы, но проблемы, так сказать, по реализации инвестиционных контрактов, они, конечно, есть. Очень важно, мы инвестируем большие средства, как регионального, так и федерального бюджета, в реализации инвестиционных площадок. И это строительство дорог, это подвод коммуникаций. Поэтому все это оплачено из бюджета россиян и туликов. Поэтому очень важно, чтобы эти инвестиции, государственные инвестиции, окупались как можно скорее. Поэтому компания КНАУ свои обязательства знает, они будут стараться, но здесь тоже есть обстоятельства. То есть у нас был кризис 2008 года, который существенно приостановил развитие строительной отрасли. Поэтому очень важно, что люди понимают, что есть обязательства, они к этим обязательствам стремятся. Ну и наша совместная работа, по, в том числе с российскими железными дорогами, я думаю, она даст результат. Спасибо.